А перед началом этого ролика хочу порекомендовать вам свою группу продажи аккаунта Хищник Сор. Тут ты можешь продать, купить драгона или остальные донаты на рилик, также поучаствовать в куче розыгрышей. Так что переходи по ссылке в описании в Хищник Сор, мой стор, тут нет скама, погнали к ролику. И всем здорово, Нурус, мы снова Агодилка, сегодня ролик, что мы целый сел рекорд. В общем, у нас в целый сели вышли полные обходы на рилик, теперь у нас можно перекладывать ресы, можно ватерспиды вязать, стрифы, много-много всего интересного. Прям сейчас это все покажу, покажу новую галочку в Килауре, новый топовый обход, который бустит ПВП. Так что все сегодня в ролике покажу. Перед началом этого всего хочу напомнить, что целый сел рекорд можно купить по ссылке в описании. Мы переходим на официальный сайт софта. Здесь авторизуемся, нажимаем купить, выбираем платить, вводим промокод Газилка и утаим бонусную 5% скидку на софт. Также хочу напомнить, что играю сегодня со своим конфигом на целый сел рекорд, который можно приобрести по ссылке в описании за 100 рублей и потом бесплатно получать на его апдейты. Если что, это лучший КФГ на целый сел рекорд, так что если хочешь пенить с целый селом, то покупай мой конфиг. Окей, давайте-ка перейдем уже к функциям и их настройкам, как все настроить, чтобы у вас все очень хорошо пенило. Давайте-ка начнем именно с таймера. В таймере очень много всяких галочек. От смертника у нас вот такие настройки. Он сказал, что это настройки идеальные под релик. Мы включаем 1.6 скорость таймера, две галочки, умный индикатор. Индикатор можно включить-выключить, но с индикатором намного удобнее, так что считаю, что индикатор обязательный, потому что так вы не будете понимать, сколько у вас заряда. Не зря же это было добавлено. Окей, скорость убывания 1.4 ставим, добавлять движение 0, чтобы у вас не было лишних зарядов, потому что таймер так будет флагаться. И ставим скорость 1.6. Как-то работает. Для достоверной информации я беру вот так Reconnect прописываю и просто беру вот так вот разгоняюсь. Может, это F5-то не казалось таким быстрым, теперь давайте-ка сделал я от этого. То есть, кстати, я пробежал где-то 10 блоков, да, на таймер. То есть, вот я могу даже прыгать. Вот я пропрыгал. Это все не флаги, не визуалы. Окей, давайте-ка нажму третий раз таймер. Вот так я его нажимаю. И видим, что и в прыжке, и просто бежать от типа, это очень круто. Еще красивее это будет выглядеть под зелькой скорки, я считаю. Потому что вот я бафу на себе скорку. И могу просто-просто удирать от типов просто быстро. И также догонять любого. То есть тот же чел с шаром скорки или шаром бани от вас не убежит. Теперь давайте-ка покажу вам спиды. В общем, закрываем галочку таймер, забиндили, поставили бинт, сохранили конфиг, теперь пошли к галочке спидам. Здесь видим очень много всяких функций, перелик, вулкан, это включаем мод Real World 2, ставим вот такие вот тут настроечки, включаем спиды и можем бесконечно взять себе спиды на CLS Record, на классе гриф, на рилике. Чтобы спиды и работали бесконечно, главное подниматься, а не спускаться. То есть, если вы видите вот такие вот спуски, здесь просто спиды выключаете, как только вы поднимаетесь наверх или идете по ровной поверхности, то включайте спиды, чтобы флага вообще не было. Потому что, так видим, вот, у спидов сейчас не было флага, а так может быть как-нибудь странно лагнет, потому что мы знаем, что релик часто лагает. То есть вот, сейчас по смешанной местности видим я, то выше, то ниже вообще ни одного флага. То есть, как понимаем, короче, спиды бесконечные на релик и так, я что-то лишнее сказал. Как видим, они работают вообще безупречно. То есть вот весь функционал, видите, быстрые спиды на релик, на классик, если что, сейчас нахожусь на втором грифе, и вообще максимальная пена с LSL. Также забыл сказать про стрифы, вот такие стрифы, думаю, вы их уже заметили в ролике, вот такие стрифы, они все обходят, то есть обычные стрифы, с которыми очень удобно пвпхаться. Теперь давайте-ка покажем быстренько No Slowdown, он настраивается очень легко, находим No Slowdown в галочке Movement, здесь включаем мод Real World, все очень просто, и можем бесконечно есть вот так вот себе яблочки на ходу. Как видим, яблочки едятся, все отлично, вот съел три яблочка, никакого флага, ничего, также могу дальше есть, в PvP моментах это все будет наглядно показано, все яблочки отлично едятся, No Slowdown работает на все 100. Также в помощь на слоудауну и, в общем, вашим автобафам, то есть автопоужину, будет очень сильно подходить галочка обход Real World под инвентарем. Давайте-ка я выключу для наглядности. Вот я бегу, допустим, от чела, пытаюсь перекладывать ресы, как мы видим, что-то не идет. Если бы в другом софте меня кикнуло, в CLS Record стоит дефолтная защита такая, что вообще не дает нам переставлять ресы, видите? Но как только я включаю эту галочку, то происходит магия, ресы сразу изи перекидываются, я их могу вот так закинуть, могу, допустим, стейки сюда кинуть, отсюда их выкидывать, вот они выкидываются, то есть все работает отлично, и также могу это все обратно ложить. Вот какой-то на инвентаре мув, предлагаю перейти дальше к килауре. Давайте-ка затестим обходы в килауре, да, как я и сказал, давайте-ка. В общем, вот как у нас ESC гэппл без волшебной галочки на CLS CL. Теперь я нажимаю эту галочку, и вот как это будет. Килаура бьет, я нажимаю гэппл, она естся, то есть вот, оп, зажимаю гэппл, гэппл селся, килаура дальше бьет, вот так это работает. То есть теперь всегда, когда я буду зажимать ПКМ с гэпплом, моя килаура будет переставать бить, чтобы я смог спокойно схавать этот гэппл. И вот такой, в общем, последний, наверное, обход у нас под релик. По сути, я вам все показал.
С новым обходом инвентарь мува у нас теперь прекрасно кидаются бафы в КТ, в ПВП, когда вы, допустим, от чела убегаете, у вас вот так вот, допустим, отсюда возьмется и выкинется баф. Давайте-ка я включу себе автопоужин, выключаю галочку, а вот так вот делаю, и вот как это будет выглядеть. Вот так, оп, и вот как я на меня сколько забафалось. То есть все отлично работает, вот такие топовые обходы в Celestial рекорде. Ставь лайк, подписывайся на канал и погнали к ПВП мендам с Celestial. Стойка. Сейчас будем пенить. Пошла перочка. Оп, готов. Оп-оп. Оп, пошел. Пуру-пу-пу-пум. Оп. Следующий. Пум-п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 ум. Кинжал в него кинул. Синего с прогиба брошу. Тотем дал. Ой, от хилиса. Бафнуть, все, тотем дал. Оп, на характере, оп, минус. Next. Тотем дал, изи. Чарку за ним. Оп, чарку сел, все ливаем, пацаны, все ливаем, непробивной. Жесткий. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Ну посмотри просто как Celestial пенит. Обязательно промокод Газилка, 5% дополнительных скидка на покупку софта, так что за этим. Просто смотрите, оп, КПГ Газилка вообще разносит все. Оп, рассыпался. Это дал, паску взял. КПГ Газилка в ноль вообще. Ну все, всем удачи.